Здравствуйте, уважаемые зрители! Данное видео – это ответ на вопрос подписчика. Вопрос размещен на форуме. Я оставлю ссылку на данную ветку форума. Вопрос в чем? При попытке построить вот такой вот объект при помощи лофта, получаются артефакты вот именно в этом месте модели. Здесь получается непонятная сетка и непонятная геометрия лишняя. Объект строится лофтом, то есть сечение вдоль пути, и используется вектор подгонки. Как раз таки проблема в данном векторе подгонки. Давайте-ка посмотрим на него поближе, именно в том месте, где у нас проблемная сетка. Смотрите, вот здесь что мы видим? Первая непонятная вершина, которая искривляет сплайн. Ну, это полбеды. Обратите внимание, что у нас получился здесь отрицательный угол. Когда мы используем вот такие чертежи подгонки при использовании инструмента лофт, желательно отрицательных углов избегать. Давайте уберем отрицательный угол. Мы сначала уберем вот эту вот вершину. Я думаю, здесь она не особо нужна. Далее, здесь поменяем тип. Все равно, видите, я убрал вершину, все равно есть небольшой отрицательный угол. Поэтому далее поменяем тип вершины не угловая точка, а безье с изломом. Тем самым мы сможем немножко вывернуть эту вот линию. Дальше опять-таки убираем отрицательный угол. Для этого выделяем вершину и смещаем ее немножко вправо. И плечом чуть-чуть подкручиваем. Все, отрицательного угла нет. Теперь нам нужно отзеркалить вот это все на нижнюю часть сплайна. Ну, я сейчас удалю нижнюю часть. Неважно. Разъединю. Здесь разъединю. Дальше возьму сплайн. Так, дальше в режиме сплайна поставлю копировать. Прежде чем создавать копию, можно сразу поставить варить вершины автоматически вот здесь вот. Порог сделаем небольшой. Так, все, mirror. И двигаем, и он нам автоматически, как только мы отпустим, он нам заварит. Видите, все, заварились точки. Вот эту точку также можно убрать. Она нам, в принципе, здесь не нужна. И теперь давайте попробуем. Все, отрицательные углы убрали. Убрали непонятные точки на линиях. Давайте построим объект и сравним его с нашим проблемным объектом. Для этого выбираем путь. Далее составные объекты, лофт, взять сечение, взяли сечение, построили такой простой лофт-объект. Давайте теперь его изменим при помощи вектора подгонки. Для этого выделяем свойства, находим команду fit, здесь обязательно симметрично. Дальше берем инструмент выбора, нажимаем, вот мы получили подгонку и смотрим, видите, в отличие от данного объекта, видите, здесь непонятная неопрятная сетка, здесь мы получили аккуратную, ровненькую, логичную сетку. Ну, единственное, что я еще рекомендую, это зайти в свойства и поставить Optimize, чтобы убрать, видите, лишние ребра на вертикальных стенках. Вот, собственно, и все. То есть, еще раз напоминаю, будьте внимательны. Не обязательно не допускайте отрицательных углов и непонятных точек на вертикальных стенках. В этом, кстати, есть ограничение этого способа, то, что этот способ не может строить отрицательные углы. Ну, для ЧПУ это как раз-таки не проблема, потому что, как правило, трехкоординатный ЧПУ, да, там, или на поворотной оси, он отрицательные углы не обрабатывает. Ну, в принципе, и все. Еще будут какие-то вопросы, пишите на форуме. Если вы хотите получать ответы на ваши вопросы в первую очередь, можете оформить платную подписку на закрытый чат Telegram. Все, и до новых встреч!